Ну, готово. Готово. Нифига себе! Ну что ж, друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. The Last of Us Left Behind, четвертая часть моего прохождения. Солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Прикольная штука. Попробуем? Да, давайте попробуем. Вот это та самая каруселька, которая нас почивали в трейлере этого дополнения. И, надо сказать, один из самых ярких и запоминающихся моментов в игре. Да! Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Нет, это без меня. А музыка-то какая? Вот это да, я балдею! Ух ты! Давай, поднимайся, садись рядом! Ладно, подожди. Нет, 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 ух нет, ты! Нет. Сломалась. Ну я же только села. Оживай! Отстой. Ну а мне зато понравилось. О, я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда! Сучка, это же книжка каламбуров! Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики! На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Потрясающий момент, согласитесь, друзья. Ладно, ты готова? Давай. О, шутить будем. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Не то чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Дурацкая. Правда, дурацкая. Я забыл, как выращивать бактерии. Но они сами выросли. Да. Голодающие часы считают мгновение до обеда. О, да. Врубилась? Считают... Мгновение. Мгновение. Мне рассказали анекдот про амнезию. Но я не помню, о чем он. Недурно. Вампиренок не пришел из школы, потому что неожиданно получил кол. Ладно. Что-то щуки бузят. Придется им дать леща. Да. Занятно. Забавно. Младенец бесился допоздна, и его еле усыпили. Как-то мрачно. Какой-то черный юмор. Какая у волка любимая буква? О, это я знаю. Нет, буква М. Потому что волк обычно ам и съел. Это самое прикольное пока что. Да, круто. Почему шахматистка не ест ферзя? Она бережет фигуру. Я такой ленивый, что влом рассказывать. Как знакомо, я тоже иногда от лени страдаю. И все? И это вся шутка? Это вся шутка, что он ленивый. Ленивый. Бэ. Заголовок в местной газете. Обнаружен труп жадины. Подробности за деньги. Да. Прикольно. О, обалденная книга.
Весна сводит с ума. Лед и тот тронулся. Да. Ледоход. Ясно. Тупо. Да. Людоед был сыт своими друзьями по горло. Фу! О, ужас! Поняла! Они ему надоели, и он их съел! Ужас! Один преступник-бабник вечно путал алиби и либидо. Ну и ну. Вау, нет, отстой. Почему отменили телесные наказания, я не секу, хоть убей. Как тебе вот такая? Все любовались носом алкоголика. Он был красный, прекрасный. Нелепость. Да. И про политику. Президент США замочил террориста в сортире. Злая шутка. Злобно. Да. Почему-то некоторые бэшки выглядят какашки. Фу, какая бяка. Но клёво. Ладно, хватит. Это я пока уберу. Шутки в сторону. Да, даже Володю Путина. Фотокиоск работает. Элли, давай попробуем? Давайте. Ну, все достопримечательности пока здесь осматривать мы не будем. Сперва фотокиоск сходим. Лучше после него, если нам дадут, конечно. Элли, идем. Ты мою камеру разбила, а мне нужна новая фотка с тобой. Фотокиоск. И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Ну, поехали. Friends love cool. А что такое стиль? Давайте со стиля начнем. Разве он стильный? Ну, он же в темных очках и к тому же заяц. Точно. Давайте. Выбираю стиль. Оп, сыр. Это, о, здесь еще можно, видите? Давай ближе, ближе. Ладно. Прикольно. Нет, рожки нельзя. А теперь страшно. Ближе, ближе. Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Надуваем щеки. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Какая анимация лицевая. Пятачок. О, готово. А, клёво. Эй, это мы. Глупо выглядим. Глупо, но круто. Можно было и получше. Что, еще раз? Давайте теперь Friends. Выберем друзей. Как это мило. Я лягух. Тут персонажей не выбирают. Ты кролик. Выбираю лягушку. Так кто из вас лягух-то, я не понял. Оп, сыр. Давай ближе, ближе. Ладно. А что, повторяется, что ли? Нет, рожки нельзя. А теперь страшно. Давайте треугольник выберем теперь. Динозавр. Так, давай мерзкие рожи. Давай. Плющим, плющим. Теперь другую можно выбрать. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Теперь секси. Я такая. О, готово. А, клёво. Ну, в принципе, все то же самое. Я думаю, нету. Гораздо лучше. Следующее. Что такое Facebook? О, опять рекламит. Может... Что-то типа скраббука? Скраббук. Введите имя. Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так, и... Готово. Вот. О, он делится. Нет связи с интернетом. Это как понимать? О, мы можем их просто распечатать. И мне. Заново. Не хочет. Ладно. Принтера нету. О, да иди ты в жопу. Может, надо вдарить по нему? Да. Заляпанный такой. Ой. Ой-ой.
Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. Ну? Пойдем дальше? Давай. Две подруги. Не скучают они, смотрите. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. Внимание. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Жгут девки. Помните, бездействие смертельно опасно. Так, записка с кухни нам нужна, да? Да, так было бы в 100 раз лучше. За шутки в сторону такие. Эй, этот лифт работает, иди сюда. Записка с кухни, вот, да. Давайте почитаем, что мы нашли. Какой же я козел. Вернулся из дозора раньше обычно, увидел малышку Элли. Сидела рядом с палаткой, гладила мою лошадь, плакала, не переставая. И что я сделал? Ушел, пока она меня не заметила. Ну, то есть, а что бы я ей сказал? Привет, Уинстон. Привет, Элли. Давай ты перестанешь плакать, а то меня это огорчает. Спасибо. Да, хороший бы разговор вышел. Она всегда такая веселая, вечно лезет с расспросами. Я что, не догадаюсь, что в душе она так страдает? Что это все маска. Какой же я козел? Интересно, он Элли имел в виду нашу? Судя по ее любопытной натуре, которая всегда лезет с расспросами, это она. Так. Больше ничего здесь не валяется интересного. Сейчас посмотрим. Может, еще какие-нибудь записки пропустили? Кассы тут. Да, классная каруселька. Очень яркий, запоминающий. Вообще, правда, то есть серия такая запоминающаяся на вот такие вот житейские обычные моменты. Тачки, которые мы пару серий назад кирпичами закидывали, помните, да? А что-то не светилась карусель тогда. Или я как-то просто на это внимание не обращал. Может, и светилась она, но... Все равно забавно. О, фильмы, смотрите. Последние премьеры, которые были, да? Тут кинотеатр. Ну, такие же, как и у нас все. Вот эти вот торговые центры с кинотеатрами, с развлекательными зонами для детишек, там, для всех. Так, здесь ничего нету. Нету. Эскалатор. О! Экскаватор. Ого! Я раньше, когда маленький был, называл. Эй, смотри! Так, а это что такое? Паджес Аркейд. Так, ну сперва надо осмотреть. Смотрите, там еще целое... Площадка такие на втором этаже. Наверняка что-нибудь сейчас найдем интересное. Или нет, или не найдем. Или дерево загораживало нам. Обзор на карусель в предыдущих частях, когда мы кидались кирпичами. Ладно, не суть важно. Главное, в этой серии очень ярко нам продемонстрировали, как они на нем катаются, на ней, на карусели. Карусель. Кто успел, тот пресель. Ничего себе! Я же говорила. А это эти, крейзи, как они там называются-то у нас. Игровые автоматы, в общем. Очень тут, кстати, круто. Смотрите, как все нарисовано, обалдеть, ярко все.
неоновые вот эти вот висят. Просто потрясающе. Что, не работает, что ли? Нет. Неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Тебе же череп говорил, что ты не поиграешь в видеоигру. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы. Древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с тремя руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готова? Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Это потрясающе. А, во, видите, нам надо еще и участвовать. Промахнулся. Ты позади него. Скорее бей его в спину. Квадратик. Ты удачно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Да! Он разворачивается и проводит прием черная лапа. Что делать? Зажми назад и блок. Надо одновременно нажимать. Круто. Вниз, вверх, пинок. Ой. Он тебя резанул. Он тебя схватил. Куда же ты вас вводится? Что-то я. Удар рукой, блок, пинок. Это шквал клинков. Во, получилось. Так, так его. Давай спецприем. Вниз, вперед, удар рукой. Так, вломи ему. Ой, одновременно. О, получилось. Получается пока. Ну, давай. Отлично. Ой-ой-ой, это что-то вы такое тут наворотили. Блин, не успеваю. Помогите, сейчас меня запинают. Прям усложнили задачу, смотрите. Да что такое-то? Не успел опять. Ой, я. Ура, наконец-таки, блин. Я уже было занервничал, а посмотрите, у нас как мало хп осталось. О, фаталити, фаталити. Клинки Angel Knives начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. О, класс! Это ультраубийство. Angel Knives торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Ну как? Неплохо. Да кайф же. Ну типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь?
Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли! Райли! Твою мать. Что-то разругались девчонки совсем. Ну не бросай же действительно ее одну-то. Ну куда она делась? Райли! Райли! Посмотрите, какая постановка вот сценарная об взаимоотношениях. Я настолько увлечен диалогами. Не пустая болтовня. А очень трогательная, щепетильная, душевная. Драма прям разворачивается здесь. Только что мы беззаботно играли на автоматах игровых, да? Катались на карусели и фотографировались. Но вот на суровой реальности. Манекены стоят. Да, ребятки, игру. У меня аж мурашки по коже от подобных моментов игровых. И музыка играет. Манящая. Так. Ничего нам подобрать, к сожалению, не дают. Значит, ни к чему не готовят. Воевать ни с кем не придется, я так понимаю, да? Какая красивая музыка играет. Ну ладно, пойдемте. Ничего здесь вроде нету такого. Ты такое когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день. Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря, те водяные ружья, о которых ты мечтала. Меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Так, ну что ж, нам дадут пострелять из водяных пестиков? Круто. Так, надо сперва его зарядить. Попробуем. Элли, идем. Опа, попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Степень промокания слева, видите, шкала. Ах ты, блин. Ой, у меня этот заряд кончился. Круто, слушайте. Детишки. Ой, откуда ты вылезла? Смотрите, какая она хитрая. Все, она меня замочила. Бу, я тебя замочила. Что? Да ты и не попала. До нитки. Ладно. Считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту.
В кого первым попадут, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Готово? Так, ну и где же она, блин? Заныкалась-то. Такой небольшой вроде зал, заставленный шкафами, видите, объектами. Слушайте, классно, как вы посмотрите, детские игры, а? Вся серия вот наполнена детскими игрищами, я бы даже сказал. Так, вот надо подслушать. Тихо-тихо-тихо, ага, вон она где. На самом деле, достаточно сложно с ней бодаться-то. Может быть, я не знаю, реально или нереально. Замочить ты ее вообще. Что, страшно? Так, вон опять она слева. Вот мне показалось, что она справа по звуковому этому. Эху. Ну то где есть-то? До первого промака не играем. Последний раз хотя бы попасть, то все. Ну то где? Куда спряталась-то? Блин, вот фиг поймешь, не слышно ее. Где ты? Кто ты? Блин. Ну вот. Что я вообще? Ну что, до двух побед? Давай, иди уже. Так, еще раз, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ребятки, я не знаю, как у вас, тебе конец. Кто играет со мной параллельно, но у меня не получилось ее замочить ни разу. Вот. То ли она настолько крута, то ли я что-то как-то зазевался, зазевываюсь постоянно. Но она прям, зараза, очень умело действует. Ну, видите? Или это просто нереально сделать? Зараза. Я даже не понял, где она. Так тебе и надо. Да, знаешь что, тебе просто повезло. Повезло? Да. Хочешь еще разок? Я хочу, но... Тебе пора идти. Мне пора идти. Ну ладно, хорошо. Давай я хоть провожу. Давай. Сейчас я только рюкзак возьму. Какие трогательные диалоги. Эй, слушай. Я тогда злилась, но я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет, прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. Вот оно. Ты что? Да ну. Иди сюда. Залезай ко мне. Вот тупость. Давай.
Эй, ты чего? Эй, что-то не так? Не уходи. Что теперь? Разберемся. Но вряд ли Марлин согласится. Друзья мои, я на этом с вами хочу попрощаться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков. С вами был Фолиот. Всем большое пока.